Это экспонат уже шестой по счету выставки «Армии мира». Ее из года в год проводит Лига военно-патриотических объединений «Бастион» на базе музея «Диорамы». Традиционно эта выставка монтируется в конце года, вот, для того, чтобы за рождественские новогодние праздники ее могло посетить как можно больше наших жителей. Раньше «Бастион», придумавший проводить такие мероприятия, был только страйкбольным клубом. Но нынче это кооператив самых разных единомышленников, занятых военно-патриотическим воспитанием молодежи, ее допризывной подготовкой и сохранением героической истории русского оружия. Эта выставка будет отличаться тем, что будет участвовать большое количество реконструкторов, в особенности реконструкторов Великой Отечественной войны. Нас посетят ребята из Ливинского района, из Мценского большой десант собирается. Вот вместе с одним из участников Лиги «Бастион» Вадим устанавливает экспонаты. Все это – точная страйкбольная копия всамделишного оружия и настоящая форма и амуниция бойцов четырех армий мира – Англии, России, Германии и США. Армии нашей Сергей Польский отдал немало лет. Он морской пехотинец. Говорит, разнят нас западным солдатам совсем не гимнастерки, берцы и стволы. Русский человек, он вообще отличается духом, своим духом. В «Орле» страйкболом увлекается несколько сот человек, собранных в разнообразные команды. Каждая моделирует действия тех или иных армий и подразделений. Кто-то наемников из частной военной компании «Академи», кто-то русский спецназ, кто-то пехотинцев из «Бундесфера». Выставка и состоит из формы оружия, которые смогли предоставить игроки. А в субботу, 23 января, в гости к орловским страйкболистам приедут коллеги из Брянска, Курска, Тулы. Они пополнят экспозицию музея «Диорам» и проведут перед его стенами потешный бой, иллюстрирующий их игры и полевые выходы. Открытая выставка будет до конца месяца. Сергей Быковский, Олег Фомин, телеканал «Первый областной».